Если это шоу не выстрелит, я с этим жить смогу. А если это не сделаю, то буду жалеть всю свою жизнь. Да. Лучшие из нас пытались найти предел, где иллюзия превращается в настоящую магию. А что вы придумали-то? Выйдешь за меня? Скажем. Сегодня здесь состоится новое шоу «Братьев Романовых». Так же, как и вы, хотим, чтобы все пошло отлично. Только деньги вы вкладываете не свои, а моего клиента. Ну так намного лучше. Время! Главное, чтобы не оказалась ошибкой идея разоблачать чужие трюки. Впечатляет. Мы попытаемся повторить 7 самых смертельных иллюзий. Вы так любите разоблачать чужие секреты? Пришло время раскрыть ваши. Это больше не ваше шоу. Кать, стой! Это шоу теперь мое. Я немного усовершенствовал ваши номера. Это тот, кто знает кухню изнутри. Никто не поверит в этот гребаный заговор. Я останавливаю шоу. Шоу должно продолжаться. Или Катя умрет. У вас все в порядке? Все отлично. Как шоу, нравится? Да. Тогда, если можно, сейчас не отвлекайте, у нас выход на сцену. Понимаете, что это кто-то из нас? Хочешь, чтоб я сдох, братец? Она моя семья. А последним станет номер, который еще никто никогда не делал. Отстегивать.